каждой кубанской школе есть заветные уголки, где с любовью и старанием собраны по крупицам фрагменты истории родного края. Это школьный музей кубанской старины, уголки кубановедения, целые кабинеты, рассказывающие об истории кубанской земли, о ратных подвигах наших земляков. Есть такой кабинет и в школе номер 6 поселка Совхозного. Кабинет кубановедения школы номер 6 – это не только помещение в школьном здании, не только место, где проходят уроки кубановедения. Здесь отмечают знаменательные даты, встречают почетных гостей, устраивают просмотр фильмов по истории страны и края, проводят олимпиады, викторины и различные конкурсы. Здесь есть все, чтобы рассказать о культурном богатстве Кубани, ее этнических особенностях, народе. Это аудиотека песен и сказов народов Кубани, уникальные вещи, которые хранят запах истории, предметы быта, искусства, ремесел. Создавался кабинет буквально по крупицам, стараниями руководства школы, педагогов, учащихся и их родителей. Для чего это создавалось, начиналось? Это, конечно же, воспитательный эффект, это патриотический эффект. И ничто, как и изучение родного края, истории, культуры, оно все не несет этих эффектов. Только наша культура, наша история малой родины. Дети с удовольствием отзывались на все наши предложения. И это и олимпиады, участвовали мы в олимпиадах, у нас есть дети, которые занимают призовые места как в муниципальном этапе, так и дальше идут в региональный этап. Это различные творческие работы. В ноябре этого года состоялся региональный этап конкурса на лучший кабинет кубановедения общеобразовательного учреждения. В нем приняли участие 44 школы из разных уголков края. По итогам конкурса кабинет кубановедения 6-й школы признан лучшим на Кубани. Тот материал, который у нас накоплен в кабинете, он нам позволил с гордостью выдержать все испытания и занять почетное первое место, потому что материал действительно очень огромный. Это и дидактический материал, это и разработки уроков, внеурочной деятельности, это творческие проекты детей, которые делают как сами, так и совместно с родителями. Помогают наставники, это учителя кубановедения, это учителя начальных классов. В этом конкурсе 6-я школа участвует с самого первого года его проведения. И в этом году, наконец, удостоена звания победителя. По словам учителя кубановедения Виктории Пронько, первое место в крае – это, конечно, почетно и значимо. Но главное – это то, что созданный в школе уголок кубанской истории и культуры несет юным славянцам. А это возможность побывать в прошлом нашей малой родины, прикоснуться к истории Кубани, стать ее частью. Алена Лавринова, Георгий Калинин, Игорь Ванчугов. Программа «События».